Здравствуйте, это канал Максимадзе, и мы продолжаем в честь 20-летия соседа играть в консольную версию игры «Как достать соседа». Короче говоря, нажимаем старт гейм, стандарт мод, и сегодня мы начнем проходить уровни из «Как достать соседа 2». И, кстати, да, как можно заметить, они тут не так размешаны, что сначала все уровни из первой части, ну как в ремастере Neighbors Back From Hell, который вышел в 2020 году. Никак, то есть все первые уровни из второй части, из первой части сначала, а потом все уровни из второй части. Нет, они тут перемешаны друг с другом. Вот сейчас будет 7 уровней из второй части, потом опять несколько уровней из первой части, а потом опять из второй. Довольно-таки интересно. Такая мешанина довольно-таки прикольная. Почему бы и нет? Я не против. Давайте. Первый уровень. Баффет. Можно по заднему фону заметить, кстати, обложку игры «Как достать соседа 2» частично, которая символизирует о том, что этот уровень принадлежит игре «Как достать соседа 2». Баффет, уставший от терроров дома сосед Ротвейлер, решил свалить по Азии в круиз. Но не тут-то было, Вуди-то следует за ним по пятам. И его съемочная группа тоже. Будем доставать его и на корабле. Обучения здесь нету, в отличие от «Как достать соседа 2», потому что там это был первый уровень. Здесь обучения нет. Этот уровень не является обучающимся. Да и обучающих уровней-то здесь нету. Здесь есть игровые подсказки, которые я отключил в настройках, потому что они мне не нужны. Ну и, кстати, уровень как тоже можно заметить, что различается. Вон, например, собака появилась. Он еще и собаку взял с собой зачем-то. Кресло с дамской сумочкой переместилось сюда. Ну и на уровнях из второй части нам тоже придется, кстати, ходить на цыпочках. Не только мимо животных, но и мимо соседа его мамаши. Но мамаша появится потом, чуть позже. И не в этом выпуске она, кстати, появится, а в следующем. Ну и давайте сразу... Нет, давайте лучше на следующем уровне продемонстрируем, чтобы там вот эти заборчики на корабле анимацию не загораживали. Потерю всех трех жизней. На следующем уровне продемонстрирую. А пока будем играть так. Но единственное, что я вам хочу продемонстрировать сейчас, это вот мини-игра, которая была во второй части. Мы вот в ней проигрываем. И видим такую вот анимацию. Она не такая. Давайте прячемся. И сосед не в одну комнату начнет бегать, а по всем будет нас искать. Так что это стало еще более опаснее. Кстати, если в «Как достать соседа 2» анимация проигрыша в этой мини-игре была одинаковая везде, то здесь она может быть разной. Например, если мы с очком на уровне Милунвра, то есть он же момент просветления в оригинале «Как достать соседа 2», с очком будем доставать инструменты на столбе с электрическими проводами. Если мы там проиграем, Вуди ударит током. Ну и там в некоторых местах тоже могут быть различия. Что довольно-таки интересно. Давайте подождем, пока сосед там будет ходить. А уже потом подстроим пакости здесь. А, нет, знаете что? Надо начинать не отсюда. Нам надо начинать со стола. И потом сами поймете, почему. Ох, бежим. А все потому, что мы не можем взять лапшу голыми руками. Нам нужна поварешка. А вот сейчас, я думаю, можно подстроить пакости здесь. Вот я лох, а. Я же ключ-то гаечный не достал. Поварешка, которая вот выпала, собственно.
Давайте заново начнем. Я забыл достать ключ. И в итоге хрен у нас что сейчас получится на золото пройти. Заново начинаем. Жаль, в меню нету кнопки рестарта. А в DS-версии, кстати, есть кнопка рестарт. Но про DS-версию позже. Мы в нее еще поиграем. В отдельных выпусках. Баффет. Снова. Вот черт, а. Ладно, побегать придется. Вот так вот мы успеваем спрятаться. Жаль, что он будет опять по кругу туда ходить. Немножко это время у нас отнимает, но тем не менее. Ладно, ничего, подождем. L и R клавишами листать инвентарь. Кстати говоря, был такой ютубер PillPlay. Раньше играл в КДС-соседы, там некоторые другие игры тоже. Но потом уже он два раза уходил с темы с игрового, так сказать, контента. Один раз ушел, удалил зачем-то при этом все игровые видео. Вот это, мне кажется, было абсолютно зря. Если я вдруг уйду, я думаю, что такого не будет. Я видео никакие удалить не буду, все оставлю. Это я вам обещаю. Но потом он, правда, вернулся, начал опять играть в КДС-соседы, там другие что-то. А потом опять решил, ну нафиг, и все те видео удалил. Но в этот раз он уже окончательно ушел. Так вот, он, короче, в КДС-соседы консольную версию тоже пытался играть. И он скачал не на эмуляторе, а какой-то порт на ПК скачал. Который типа в внутреннем эмуляторе запускается. А причина была в том, что он не знает, как разобраться в Dolphin эмуляторе. Я ему в комментариях предлагал помочь, но он игнорировал. Записал два выпуска с этого отвратительно лагающего порта и бросил, потому что это просто невозможно играть. Ой, господи, не то. Ножик не подходит, действительно. А, блин! Я не нарочно, нет! Козёл! Появилась поварёшка, короче, которая нам, собственно, нужна, чтобы достать эту лапшу. Но сначала подождем, когда сработает эта пакость. Вернее, две даже, сразу. Так, берем лапшу и да и это в шляпку и лапшу, собственно. Mm-hmm.
Что такое? Какая гадость. Блин, вот это отстой. Вот это позор какой, блин. На перфект, естественно, мы прошли этот уровень. И, кстати, для чего я вообще прохожу на перфект, и для чего нам нужны вот эти самые звезды? Есть, сейчас покажу, есть в игре два бонусных уровня. Два бонусных уровня, которые находятся в самом верху. Они относятся к уровням из первой части, и первый из них откроется при 9 пройденных уровней на Perfect, второй откроется при 15 пройденных уровнях на Perfect. Поэтому я прохожу все на Perfect, и эти бонусные уровни мы пройдем не в самом конце прохождения, а так как они, наверное, в следующем выпуске, потому что они же вот эпизоды из первой части, и мы, соответственно, пройдем вместе с ними эти уровни. Так будет более логичнее, что ли. Все равно, потому что вот эти уровни, они не являются продолжением эпизода, завершения этого финального эпизода. Они относятся к уровням из первой части, которые должны, по идее, располагаться между вот этими. Мы их сделали бонусными. Ладно, субмарин называется следующий уровень. Субмарин это вроде как подлодка, но здесь подлодочка такая вот радиоуправляемая. Короче говоря, круиз намечен в Китай. Ольга отправилась туда на пляж со своим сыном. И Ротвейлер выпивает пивко. Последовал за ними также. Ну и, короче, Вуди снова с порцией пранков у нас. И сейчас самое время продемонстрировать, как процесс потери всех трех жизней. Здесь он, кстати, сначала пьет пивко, а уже потом засыпает. В Когда Седа 2 это было наоборот. Давайте разбудим его. Ну, так будет выглядеть потеря первых двух жизней. Так, кстати, в какую сторону мы не будем смотреть, мы будем видеть анимацию с любой стороны. Ну и вот как будет выглядеть потеря третьей жизни здесь. Так, ну ладно. Давайте уже пройдем этот уровень по-нормальному. Но этот выпуск будет дольше, чем предыдущий, потому что уровней нам придется пройти больше. На два уровня аж больше. Здесь мы можем видеть ракеты, которые на уровне, на другом уровне в оригинальном КД Соседа появлялись. Здесь они находятся здесь. Сосед их пускает здесь, и причем не внизу, а вот здесь. На втором этаже, так сказать. Ну да, и держать приходится с помощью стрелочек.
Это немного труднее, чем мышкой, когда соседа два. Обычным. Так, сейчас нам придется подождать соседа, потому что здесь есть такой новый нюанс. Некоторые пакости могут со временем стать неактивны после их создания. Может появиться шкала, по истечению которой пакость перестанет быть активной. И это тоже прибавляет реалистичности, то есть за это время краб может убежать из холодильника, и нам придется доставать нового. Поэтому нам приходится подождать соседа, чтобы он успел попасться на эту ловушку. Блин! Какой ужас! Теперь у меня больной палец. Хотя уже соседу, наверное, не привык. Пакости с граблями здесь нет, она будет на другом уровне. Здесь можно в урну спрятаться, кстати. О. Акула! Акула, нет! Нет! Что? Это лодочка? Вы что так меня пугаете, сволочи, блин? Козлы! Козлы, блин! Отдых мне решили еще испортить. Я тут дома мучился, а теперь тут будете мне гадить. Вся пакость, короче, готовы. Давайте наблюдать. Вот, к сожалению, вот жаль, правда, что мы на уровнях из второй части не увидим темное время суток. Хотя, кстати, был у нас какой-то мод на КДСЗ 2 один раз, где была ночь на китайском уровне, и, по-моему, даже не только на китайском. И, кстати, довольно неплохо она там была сделана. Ну, просто ночь добавить сюда гораздо труднее, поэтому вот так вот. Так, полетели. Ну и летел, видимо, он дольше, чем... И веревка упала, чтобы мы могли ее заново поставить. Отлично, уровень тоже прошли на пёрфе. Так. Следующий уровень называется Подиум. Короче, и вновь сосед преследует, приглянулся на Ольгу и, собственно, следует за ней по пятам. Но в Вуди, короче, снова парочка новых пакостей на готове. Это тот же уровень, который называется «Занято» в КДСЦЗ 2, но только он усложненный. А чем он усложнен, сейчас увидите. Ну, во-первых, справа отсутствует лестница. И это самое очень большое усложнение. А, нет, пока не пойдем. Так, в сумке Ольги нам шастать не придется. Мы у нее перчик возьмем. Да, вместо соуса чили здесь перчик. А чулки нам придется взять в другом месте.
чулки нам придется взять. Они висят вон там на туалете. Над туалетом. На этой трубе. Вот я прокрался мимо него на сыпочках, мне повезло. Вы, кстати, спросите, наверное, а что будет, если вот так вот прокрасться не на цыпочках? А я вам отвечу. Он у меня сам идет на цыпочках. Он у меня сам шел на цыпочках, я не мог, просто никак не мог идти без цыпочек. Он сам так делал. Так, здесь тоже мини-игра на поиск. Нет, не бык, может бармен. Не бармен. Может сосед? Сосед. Правильный ответ. Здесь придется начать с туалета. Потому что только после него мы получим чулки. Масленочка. Я забыл взять ядро. Появился еще одно нововведение. В некоторых укрытиях, в местах, где мы можем спрятаться, нам придется задействовать одну новую мини-игру. Третью уже мини-игру. Надо удерживать шарик. Вот этот вот. С помощью стрелочек. Если этот шарик упадет, мы выпадем из укрытия. И это будет очень неприятно. Так. Выступает мистер Ротвейлер с заявлением, о котором... А я даже не знаю. А, я ядро не поставил, что ли? Велосипед, кстати, красный здесь, а не зеленый. А теперь самое время прокрасться. Пока он срет. Какой ужас! А, как больно! О, блин! Какой кошмар! И чулки выпали, собственно, упали с того шланга. Не знаю, почему они вообще там висели, но теперь мы можем их достать. Ну и, кстати, здесь почему-то сосед сначала катается на велосипеде, а уже потом арбузы. В оригинале все было наоборот. Чулки здесь надо поставить с помощью мини-игры. И катаемся. Блин! Так, поставили, починили мотор, теперь колонки работают. На полную громкость работают. Ну-ка. И Джеки-Джо. Ай, твою мать, откуда? Что это вообще было? Откуда там такая тяжесть взялась? Ой, как живот теперь болеть будет. Ой, блин. Да, кстати, то, что укрытие, мы можем заметить по иконке внизу, что там мишень. Это означает, что мини-игра нас ждет в этом укрытии. Как вы, в общем, поняли, эта игра сложнее, чем оригинал. Эта версия намного сложнее, чем оригинал. Уважаемые граждане Китая, я говорю... Что это было? Что это было? И почему так на уже давят колонки эти сильно? Кайт, с
следующий уровень называется. Ольга принимает душ, и сосед очень любит подглядеть. Он также запускает воздушного змея. Вуди должен научить Ротвейлера, что... Смотри... Понятно, в общем. И этот уровень, кстати, отсутствовал в оригинальной КДСД. Это новый уровень. Ну, как новый. Этот уровень был в демке оригинальной КДСД 2. В демо-версии. Потом он был вырезан. Там была одна новая пакость. Вернее, две. Это пакость с капканом и пакость с ракетами. Но этот уровень был вырезан. Но был возвращен и улучшен в консоли версии «Как достать соседа». И он действительно улучшен. Здесь новые пакости есть. Так, ледышку эту взять надо. Только скажите мне, как ее взять. Вот так. Нет, не Ольга, может Вуди. А, попугайчик. Попугайчик, правильный ответ. Отстегиваем гирлянду. Кусок возьмем с нее. И возьмем угря. Почему-то, кстати, анимации нету этого. Но мы берем перчатками и достаем электрического угря. Угря, которого мы, кстати, достали из аквариума и засунули в пруд. А теперь мы опять достаем его из пруда и возвращаем обратно в аквариум. А, мы это уже взяли. Начнем с ракет. Да не это, господи. Можно за эту фигню, кстати, спрятаться, но тоже с мини-игрой. Так. Гирлянду сюда. Эти змеи к электрическим проводам все время летит, так что это будет в самый раз. О, запах. О, блин! Блин, прям в лицо мне чуть не попало. Что это сейчас было вообще? Что это такое было? Так. Подпиливаем стульчик, чтобы на Ольгу не заглядывался. И капканчик поставим сюда. Ну блин, капкан это жестоко сильно, конечно. Что такое? Ай, твою мать, я до проводов докоснулся, что ли? Огонечек сюда, потому что сосед сюда руки кладет. Посмотрим, как он теперь руки кладет. И он будет остужать их в аквариуме, в котором сидит угорь. Вот для чего мы угря сюда и подложили. А, не, блин! Ах, ты тут подсматривать за мной вздумал? Ох, сейчас ты у меня получишь. На, Кия! На, скотина! Чё-то он, кстати, не побугуртил сейчас даже. В трусы себе что-то засунулось. Ну, это не сопроводилось что-то никакой анимации. Он просто сел в капкан и ничего не произошло. Но сосед, похоже, действительно бессмертный. О, вкусно. Святая водица. Вот так вот, короче, это сработало у нас. И вот новая анимация, кстати.
которой не было в КД Соседа 2. Прошло уже полчаса, а нам еще целых 3 уровня надо пройти. Закройте оперу, что она вообще открыта здесь? Нет. Первый бонусный уровень открыт, поскольку мы прошли первые 9 уровней на Perfect. Так, следующий уровень называется Гонг. Следующая остановка снова Великая Китайская Стена. Ротвейлер, конечно же, преследует Ольгу. И, собственно говоря, всякие вазы тут осматривает и так далее. Так, здесь из автомата, в отличие от КД Соседа 2, мы так просто не достанем. Нам нужна монетка. И, собственно говоря, это тоже реалистично прибавляет. Монетку мы можем достать вон там. Бармен у нас тут, кстати, там еще капитан был. Почему-то в предыдущих вот этих мини-играх там капитана почему-то не было вообще. Кстати, сейчас еще кое-что продемонстрирую. Вон, видите, не зря там стоит красная мигалка на автомате, которой не было во второй части в оригинальной. Эта мигалка, она срабатывает, в общем, при провале в этой мини-игре. Ребенок, кстати, сидит теперь здесь, а не наверху. Вторая ваза стала зеленой, а не белой. Услышать гонг. Неплохо, неплохо. Ой, ой, стоп! Я забыл, что у нас наш персонаж здесь. Ох, как мне сейчас дико прям повезло. Вкуснотища какая. Как хорошо же здесь нет никого. Я кирпич-то взял? Да, взял, конечно. А теперь давайте достанем нашего медведя. Но сначала возьмем палку. Палку сначала возьмем. И сразу же сделаем вот так. Достаем медведя. Плюшевого. Отлично. Медведя достали. Дружище, давай меняться. Зачем тебе эти хлопушки? Вот, медвежонок есть, которая просто лучше намного. А, сердечко он даже выскакивает, как видите. А, нам надо применить хлопушки туда. Чуть не забыл. Гонг, пожалуйста. О, блин! Блин, как... Больно, а? Так, сейчас надо поторопиться. Ой, блин! Что это такое было у меня во рту? Мы, кстати, успеваем вполне. Так, погнали.
здесь у нас тоже тающая эта фигня, поэтому нам надо делать это, когда сосед у нас ближе. И здесь нам придется по новой, кстати, наполнять эту мисочку. В отличие от когда соседа 2, где она всегда будет на... О, блин! Но сосед у нас все может починить. Без проблем. Вообще все может он починить. Адам, позвольте, я сейчас... О, блин! Я не нарочно. Нет, пожалуйста, не надо, нет! Ах ты, козел! Да мне пофигу, нарочно ты или нет. Так. Берегись, конструкция. Так, еще уровень на перфект. И еще парочку уровней у нас осталось на сегодня. Water Sky. Сосед, как всегда, преследует Ольгу и ее сына. Также вечно сынку, я так понял, подгадит. Но Вуди ему, конечно же, проучит, собственно. Как вы помните, на уровне субмарин у нас вместо пакости с граблями была пакость с ракетами. А здесь наоборот. Здесь вместо пакости с ракет пакость с граблями. Не сыграть, не желаете ли с пинг-понг сыграть? И... Оп-оп! Чё так греет, блин? Здесь мы достаем яйцо в другой мини-игре, кстати. Так, хватаем очки. Пока не поздно. Здесь мы уже видим анимацию, как он поджигает, кстати. Но еще раз повторюсь, это странный метод, до которого догадаться очень как-то непросто. Я бы не догадался, если бы не посмотрел прохождение на ютубчике. Так, мне суши, пожалуйста. О, как вкусно. Оп. А, сосед еще надевает маску на этом уровне, вот эту. Ничего так вроде бы. Да, прикольно. Что за фигню ты слепил? На, получай. Ой, господи, да не это. Да.
Как-то очень-очень давно мой дед также на грабли наступил, ему в глаз прям прилетело. Ну-ка, и... А, что? Нет! Нет, я не знал, что тут яйцо. Козёл, блин! Здесь все готово. Медуз цепляем на эту маску. Медузы крепко прилипнут к его башке. Ну а мы пока постоим здесь. Я готов, поехали. О, нет! Нет, нет, стойте, нет! А, нет, остановитесь, пожалуйста, нет! Какой ужас. Да. Мне суши, пожалуйста. Что за гадость? Ты, козел, чё мне подсунул, блин? Вот всегда, блин, это прикольно, что он по сковородке по башке ему дал. Ну ничего, сейчас будет новая пакость еще. Хорошая маска, ну-ка еще. Вы видели эту рожу только что? Господи, это еще ужаснее, чем... блин! Ну, хороший урок зато получил теперь у нас. И остался последний уровень на сегодня. Называется Харпун. Еще новая шестерка уровня открылась. Так, короче, Ротвейлер возвращается домой после провалов ухаживать за Оль. Но, возможно, сосед использует новые варианты спорта, что-то там еще. Ну, вообще не важно. По сути говоря, это тот же уровень, точно в яблочко из когда соседа 2, но он... Если там у нас впервые появляется мамаша, то мамаша здесь отсутствует. Здесь мамаша появляется немного позже. Выясняется, что тут на корабле кинотеатр есть. Но сосед, правда, в него не ходит. Так, тут у нас без мини-игры достается предмет этот. Ну, действительно, здесь сосед также тягает штангу и, собственно говоря, вот так вот добывает рыбу. Ну-ка. И... Ходё! О! Отлично, рыбёшка, отличная сегодня будет на ужин. Так, рекламка фильма про монстра какого-то. Гарпун вот этот есть. И еще появилась новая пакость. Какой-то аттракцион по хватанию яблока сверху. И собака снова у нас появляется. А, я забыл взять волосы у того мужика. У того китайца, который, не знаю.
Че он с нами поехал? Тот самый китаец, который был на уровне гонок, он так много волосы себе мазал той фигней, что они у него легко отклеются. Кстати, и вот что будет, если проиграть в этой мини-игре. Он поругается на нас. Спрячемся в трубе. Мини-игра за этим у нас последует. Ладно, давайте уже достанем наконец-то волосы его по-нормальному. Вот так вот. Они просто у него отклеились после дофига порции вот этой белой фигни. Так, ну и давайте начнем пакостить вот отсюда, с гарпуна, как раз таки. А сюда поставим ведро. Облегчим, собственно говоря, задачу ему схватить яблоко. В этих волосах очень много жира. И, собственно говоря, на нем можно поскользнуться без проблем. Так, ну-ка. Раз. Два. Три. О! Нет, третьего все-таки не было. И ловись, рыбка. Нет, блин. Какой ужас, что это было вообще? Ладно, вот пакость, которая сейчас будет, это просто вообще жесть какая-то. И ведро это еще на голову ему упало. Блин! Так, и ловись, рыбка. Уху! Что? Нет! Не-не-не-не-не! Эй, твою мать, это что такое? Это что за фигня была, твою мать, а? Так, ладно. Смотрим на оставшиеся две пакости. Так, что у нас там вдалеке творится? Дайте посмотреть.
Так, смог, что у нас там? Ай, твою мать, это кто такой? Нам гонец, нам гонец! Что? Это рекламка. Это кто сделал вообще? Кто так напугал меня, блин? Так, раз. О, как чешется? Чешется? Нет! Да. Вот так вот, короче. На сегодня закончим. 50 минут целых потратили мы на то, чтобы пройти эти 7 уровней. И в следующем выпуске, не знаю, завтра он выйдет или нет, но, в общем, но записывать я сегодня уже не буду его. Я запишу его, может, завтра или не знаю когда. В следующем выпуске будут уровни из первой части вновь, а потом опять из второй. Причем у нас уже открыт первый бонусный уровень барбекю, и после того, как мы пройдем сколько тут? Тут у нас 12 уровней, после того, как мы пройдем еще 3 уровня, откроется второй бонусный уровень. Мы пройдем вот эти вот, и эти два бонусных уровня в следующей серии. Ну а пока, на сегодня все, с вас Госпопизоза, с меня эпичные видосы, подписывайтесь на мой стримский канал, блоговый канал, вступайте в ВКонтакте, и всем пока!